Новый модельный центр для брещан, которые стали родителями или только ожидают пополнения в семье, это просторная комната, наполненная фрагментами жилого помещения. Входная зона, спальня, кухня, санузел, коридор, окна. Занятия будут проходить именно здесь. Преподаватели расскажут, покажут и укажут на предметы быта и зоны, которые несут в себе потенциальную опасность для малышей. В этом году в Брестской области мы теряли деток, к сожалению, от того, что они падали из окон, от того, что выпивали химические вещества, которые почему-то оказались в незакрытых тарах, в доступном месте. Поэтому открытие этого центра для нас очень актуально, и оно будет полезно в плане информации, передачи информации о тех местах, которые представляют угрозу. А в роли преподавателей выступят медицинские сестры. До открытия для них был организован обучающий семинар. Цель проекта – уменьшить последствия внешнего травматизма и гибель детей от внешних причин. К слову, планируется, что подобные комнаты вскоре будут открыты не только во всех областных центрах страны, но и в других городах. Начинается все с областных городов, а в последующем будут подключаться вот такие города крупные. Помимо открытия этих центров, самое главное – наполнить их информированностью и научить навыкам. Современная стратегия информирования населения, специалистов, обучения их является не столько информационное обеспечение, сколько тактильное – научить навыкам, для того, чтобы мама могла попробовать это сделать сама. Обучение навыкам безопасного ухода за ребенком будет проводиться по предварительной записи. Новый центр располагается по адресу Площадь Свободы, 8.